Всем привет-привет! У меня уже, как видите, голос начал появляться. Я сколько не снимала, потому что, ну, вообще говорить не могла. Это какой-то кошмар, конечно, быть без голоса – это что-то. Я вот волосы крашу тут. Видите, какая я красоточка. Такая краска, вообще, вот всегда красила вот этой краской, но хватало надолго. Сейчас вообще, вот недавно ведь вот я красилась, и вот опять такая же ерунда. Я тут, в общем, что делаю? Я тут готовлюсь к дню рождения. У нас еще одна беда. У нас уже 3 или 4 дня подряд нету воды. В течение дня вообще нету воды. Включают на час, на полтора. Вот. А у меня день рождения уже прошло. День рождения было среди недели. Так что отмечать, конечно, как бы я сама работала. И, ну, плюс среди недели отмечать я так не люблю. Вот. В общем, завтра приедут у меня гости, папа там, сестра, подружка. И, короче говоря, что я решила на ночь глядя подготовить все к завтрашнему дню. А вдруг опять у меня воды не будет? И что я буду делать? Вот, решила, короче, курочку пока замариную, отвариваю яйца, картошку на салаты. Потом, что хочу еще сделать? Куриную, вот куриную грудку тоже хочу отварить. Не куриная грудка, это филе. Хочу сделать салат. Девчонки, посмотрела салат. Может, кто-нибудь уже делал его. Короче, там шампиньоны жареные. Много шампиньонов жареных. Куриная филешка и ананасы. Все. Больше ничего. Но говорят, салат, что за уши не оттащишь. Так что вот. В общем, то, что буду делать завтра, то, что будет на столе, это у меня уже будет в следующей серии празднования моего дня рождения. А сейчас хочу показать вам, как меня с работы встретили муж, сын и дочь. С работы я прихожу поздно, 11:30, в 12 ночи. Ну, такая работа. В магазине же работаю. Вот, допоздна. Хочу, короче, что я хотела, вот что показать. Муж мне подарил телефон. Вот такой большой телефончик. Но не могу показать свой, потому что на него сейчас снимаю. Тут, короче, вот камеры. Видите, три камеры, четыре камеры. Это вот прям вот то, что я хотела. Тут крутой стабилизатор, потом 4К, вот это вот. Я еще, короче, не разобралась. Я как засела в нем так долго разбираться. Вот, моделька только вышла недавно, новенькая. Короче, прям вау, я даже не ожидала, если честно. Но это я потом все покажу, расскажу про телефончик. И... не знаю, наверное, день рождения уже, празднование. Все-таки попробую, поснимаю уже с нового телефона. Посмотрим, в общем, еще не знаю. Посмотрю. Так что вот. И, ну, как бы он там меня поздравлял, я не снимала это все на камеру. Просто хочу показать вам, вставить кусочек маленький. Как меня семья встретила. Но все-таки то, что отмечать собралась выходной, а день рождения все-таки... Знаю все, что я люблю день в день отмечать. Ну, раз вот так совпало, в среду. Ну, что в среду? В среду кто поедет? В среду все на работе до вечера. А потом на следующий день опять уже на работу. Так что сейчас ставлю кусочек, покажу. Всем привет. Вот так вот начался мой день рождения. Это я еду с работы, приехала домой. В свой день рождения я работала. Вот. Приехала домой с работы. День рождения начинается. Первый вечер в семейном кругу. Красивые мои цветочки. Ну вот, в общем, вот так вот меня встретила семья с работы в мой день рождения. С цветами я пришла на цветы. Это мне на работе мама там подарила букет, сестра цветочки принесла. В общем... ну, букет хороший получился. Много кто поздравил, пришел. Вообще классно. Поэтому... ну, а продолжение смотрите в следующей серии. Как мы будем завтра отмечать день рождения. Всем пока-пока. Целую. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить. Ну, все. Всем пока-пока. До завтра. До послезавтра. Завтра я буду отмечать день рождения. Завтра видео точно не выложу. Послезавтра. Пока-пока.